После экспресс-гастролей в Сибири на Урал Ольга Бузова готовится к очередному концерту. Певица примет участие в открытии одного из новых торговых центров Московской области. Она успевает и следить за челленджем, который запустила по поводу своей песни «Поцелуй на балконе». Периодически публикует в своем блоге фотографии и видео поцелуи фанатов. А только что Ольга, будучи в хорошем настроении, записала веселый вайн, состоящий из ее собственных прикольных цитат. А помог ей юморист Роман Каграманов. Среди цитат Бузовой не только обыграна фраза «Мои люди всегда со мной». В некоторых цитатах Ольга, можно сказать, с юмором комментирует собственный опыт. Например, «Господь не дает грудь только тем женщинам, которые способны на большее». Впрочем, в адрес других женщин тоже кое-что забавное есть. Если женщина любит украшения, значит, она Эль. Вообще Ольга всегда готова посмеяться над собой, и за это ей прощает многое даже те, кто ее не любит. Сколько раз она бывала главной героиней выпусков «Чамеда и Члуб». Один из последних эфиров снимали на фестивале «Чамеда» в Ереване. Как только не шутили над певицей резиденты клуба, но она не обижалась, а, напротив, смеялась громче всех и еще провоцировала всех своими веселыми комментариями, которые бы далеко не каждый мог высказать вслух про себя. А Оля может, потому что самоирония – качество умных и сильных людей. Что бы там про нее не думали и не говорили другие –